Часто задают вопрос, как отличить женское растение облепихи от мужского, особенно вот когда весной или осенью идет реализация саженцев, и мы не знаем, как их отличить. Вот отличие очень простое. Вот у женского растения почечек всегда две. Напоминает два сжатых пальчика. Вот, две почечки. У мужского растения это почки напоминают сжатый кулак. Вот они. Видите, сколько их? И вот они уже приготовились к цветению. Вот идет выдвижение уже. Вот это вся разница при выборе саженцев. Обычно на одно мужское растение хватает 5-6 женских растений.